Духовная жизнь – это союз двух составляющих – отречение, то есть предание себя Христу, и радости, проистекающей из доверия Богу. Если я осознаю и чувствую, что Христос распялся ради меня, что Он уготовил мне вечные обители, украсил для меня небесные скинии, если я уверен в Боге, ощущаю свое единство с Ним и со всеми людьми, то все это вселяет радость в мое сердце. Когда у нас нет радости, мы отдаляемся от Христа, и тогда и наше отречение, и наше покаяние, и наша любовь к Богу и к ближним, и вообще все, что мы делаем, не несет на себе печати истины. Например, ты говоришь, что любишь меня, но когда я ненадолго тебя покидаю, ты впадаешь в уныние, плачешь и терзаешься. О чем это говорит? Истинна ли твоя любовь? Казалось бы, твоя скорбь свидетельствует о любви, но это лишь поверхностный взгляд на вещи. На самом деле твоя любовь эгоистична. Ты воздвигаешь себе некого идола, и когда его у тебя отнимают, теряешь душевный мир. Такая любовь – лишь обман. Или еще пример. Ты говоришь, что постишься, но при этом ходишь нахмуренным и не чувствуешь радости от своего подвига. Или говоришь, что любишь бедных и подаешь им милостыню, но в то же время твое сердце не ликует, не откликается радостью на твое самоотречение. Все это значит, что ты делаешь что-то неправильно. Только тогда, когда ты имеешь радость, все твои дела и подвиги обретают подлинный смысл и цену. Именно радость показывает нам, подлинны ли наши отношения с Богом.